Хорошо, а то у меня ДК будет тяжело, короче. Я тебе РЛ отдал, там есть еще иногда ассист. На, Димон, РЛА, я тут с этого ДК я не могу ни ИП начислять, ни ГП. На, Димон, лидера, покомандуй, короче. Чтобы я нормально потанчился. Играемся в трэш, вот там кто там, войк. Ты протопал, ты вообще должен первый тут сейчас разрывать, блядь. В клочья, блядь, чтобы с них их петушиные перья летели, блядь, во все стороны, блядь. Ты должен быть как войт, который ворвался в курятник, блядь. Давайте этот самый. Я забрал командира. Дима, ебашь ГП с первого трая, блядь. Да будь этим, будь совой, все будет нормально. Никон, будь АДК. Если что, там есть от друльки, если что, мы поменяем. Вот, беги со мной. Либо любой другой ДК, бегите со мной. Этот. Тщеславие, Да иди сюда. подожди, ты тут 5 Да не мобов. надо, тут трэш бьют. Так мы дернем этот трэш. Вот, давай, забирай трэш. Сейчас опять вайп будет, как вчера. Не будет, забери с меня, вот. Иди туда, к пачке. Играйте в командира. Играйте в командира. Хильте войда. Войда, хильте. Командира, сыграйте. Не ауешьте трэш вообще. Можете рост дать, кстати, под трэш. Нет, командира, командира убьем. Командира убьем, тогда дадим Геру, сольем этот трэш. Джерина хильте, Джерина. Джерина хильте. Топор убит, там не лезьте под хильте. РДД вообще в милизону не подходите, я не вижу, кто там стоит в милизоне. Приморозьте. Командира, добейте на меня, пожалуйста, быстрее. Я не буду стоять недвижимо, когда бьете. Бегите, те, кто упали, вы, блядь, не должны лежать, ждать, пока вас резнут. Вас никто не будет резать, бегите, резайте. Сейчас, Никона, заберу, забрасываю. Приморозьте, маги, кольцо льда, заюзайте, пожалуйста. Вот этот трэш, где мало хп, можете приморозить. Вот. Там как ханты на третьей фазе на свет выйдете, дадите на меня хороший напул. Здесь была ответка, чтобы меня не сорвали. Денис, тут, кстати, этот сам, говорит Денис, этот Кирилл. Тут, кстати, тебе будет нормально хилить, здесь типа власть, ну, типа этот. Воля мертвых, ну тут все, блядь. Ну ты понял. Ну там писи. Полипал. Про меня, наверное. Обе лема. А, вы эти забрали твои. Хорошо, отлично. Добивайте трэш. Добивайте гвардейцы там. Тщеславие, ты будешь в окне, кстати. Там у него две трини просто на уклонение стоят. Чешка, ну, с броней там и с уклоном. Этот самый. Давайте фулбафы паладину.
Да, ты танчишь тьму, понял? Первую фазу и тьму. Да, ты офтанк, я буду мейн танк. Дайте бафы, так, по бафам. Войт, прота. Деморонизер, кресты. Хака, пелита. Кулаки, бейбэк. Каски, быстро. Пилите стол. Маги, запилите стол, быстрее. Рыба есть? Рыба есть. Ну я думаю, тут заебись, тут клонга, хмели, шунели, они заебись, ханты. Я первый раз, Антон, рэп, блядь. Ну так, бля, это Триси, я не думаю, что он долбоёб. Кажется так, бля. Сейчас буду нахуй на кота наполивать. Гуляем, короче, метки выносите, снимайте эту хуйню. Ну, то хуйня, короче. Как сокрудать, кричите там. Давай я тебе капку кину. Ну, смотри, как хорошо. Меточки, меточки. Метки с рейда, сука, выбежали быстро. Вот, сообразили, да, молодцы. Ни хрена череп такой. Меточки с рейда выбежали быстренько. Меточки с рейда. У нас во тьме будут слабые ДД, ребята, поэтому, ну, лестните этот охламонщика. Я на основе тщеславия, ты будешь на второй копии, это твой, ты на третий. И кинешь тщеславию, этот самый, каплю. Не, кинешь на меня каплю, перед, когда будет твоя копия вылазить, понял? Вот. Вот этот холипал хиль 2 ДК, этот Эршам и хильки протопала, чекаю на пул. Дай, Дима, ассист. Я пока трэш по команду, если ты подамажь. Дай ассист на бурку. Тщеславие, чего не хватает? Все здесь, начинаем быстрее. Я завожу. На пульте на меня сейчас. Я не буду юзать этот захват. В принципе, можно заюзать, плевать. Домашний. Смотрим разделение. Тщеславия, лови копию сразу. Ты что, три кнопки разгоняешь? Забирай. Вот. Оп. Отлично, перед разделением каплю не кинешь. Тщеславие, там дай все хорошенько. Может ему кинуть, у него копия большая. Не-не, она сейчас сдуется. Смотри, вот. Просто моя сейчас клинки сразу начнет крутить, короче. Понял, почему я так сказал? Типа бах, мейн копия, короче, сразу клинки крутит. Ну, типа как откинул, сразу начинает крутить. Протопало хильте хорошо и бекашит. Похоже,
Все отлично. Давайте этот самый, на генерала, я мейн танк, там войд справа, либо слева, там, между собой разберитесь. Давайте быстренько, никто не падал, бафаться не надо. Святилище считалось неприступным. Чекай на бафы на ку. Молодец, блядь, шаман, блядь, тупой нахуй. Не играю. На меня каплю кинешь, войд, короче, когда будет ты, этот самый 4 стака. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале... Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного... Я, в принципе, мог бы и ДК покомандовать, просто мне будет неудобно, бля, мне надо дефиться, надо смотреть, не хочу напрягать этот хилу. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Чё там стаков у тебя? 3 стака пока что. Я отдал дефа, жди, я тебе скажу, если что. Давай каплю. Вот, отлично. Добиваем босса. Хильки войда меня хорошо. Только вот пятый стак. Вот не будет пятого стака. Все отлично. Все, Дима, давай, руководи. Назойливая машкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Поставьте рыбу. Ты говорил, что кому по фридому, или палы вы сами разобрались? Палы вы сами разобрались по фридомам, по джагам или не? Не. Ты бьешь джага света, кидаешь первый фридом хкп, короче, второй пал ты бьешь джагой мудрости и второй фридом кидаешь. Все. Этот по бафам я же назначил, разбафайте рейд, ребята. Возьми диспелит фокус, свету диспелит ежик в снегу. Если ты подиспелишь со всех метров. Еще раз. Ну, Настя, ежик в снегу ты подиспелишь? Да, ты со всех полностью. Она же иногда лагает, может, какого-то там нормального типа. Да, подиспелит, ничего. Не будет. Чек на бафы готов. Горн обновить. Есть кого фласка на ДД? Нет. Пофиг, все. Квадрат стоит. Все готовы, начинай. По хилам кто? Демонайзер и Роджер в свету. И все домой. Смотри, тут Роджер первый раз. Когда тебе на Райзере Казарак, Роджер, будешь хилить тьму, полно исцеления. Казарак, значит, свет, да? Да, Казарак, свет. Давайте на пул. А чё по инерам? Там маленький один. Чё по инерам? Я скажу. Первый инер заливаете Роджер во тьме. Потом выйдете, зальете Хазарак на метку. Бежал.
Трэш, смотрим. Заходили сразу. Четвертая пати остается, все. Входим. Добивай. Мидвайн метка. Скажите, когда бьете. Лезвие смотрим. В квадрат стали. Забили. Ждите. Колонга метка. Заходите. На 52 скажи, что? Вот скажу. Смотрим лезвие микроладок ближе к морде. Ближе к морде! Блять. 1000 гп, мне насрать, я ближе к морде раз 30 прокричал. Идем дальше. Я ебану это гп, потому что я ненавижу, когда я говорю ближе к морде, ты тупо бежишь к хвосту. Тесадар, метка. Был плащик, поздравляю. Че, сколько там процентов? Метка. Выходим. Выходим, выходим. Тофа, ресы микроладыка. Ресы микроладыка, тоф. Я далеко под мордой. Понял. Давай, дядя. Удар, метка. Тофа перебежим, ты резнешь его, подойдешь где-то там. В смысле, уже ничего не делай. Вращаемся в квадрат. Все в квадрат. Напуливаем. Протопал. Поди. Трэш добили, кулонга метка, бьем босс, босса бьем. Хазараку залейте, кто может. Перебежали. Сейчас перебежим гимн ежик снегу, поешь гимн на аман. Ну вот сейчас поднимите, сбоку вот нахожусь. Тофа, поднимай. Давайте, бьем трэш. В свету только трэш. Вставай сам. Ты вообще сдох. Ты сам встанешь или нет? Большого бейте. Эти боссы. Я понял, встал и сдох. Убегайте. Ты садар подымешь. А не подымешь. Не, не поднимай никого. Зайдите в лужу, уходите. Там уже минус 2. Вздыхайте. Умирайте, 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 умирайте. Не в лезвиях, ты умирает. Сколько еще таких героев? Блять, на канале, да. На канале 5000 видео, блять, как в РС-ке метку выносить. Сука. Почему вы не можете подписаться на мой канал и быть такими четкими, как я? Я подписан, я подписан. Красава. 5000 ЕП утром начислил. Куда там подписаться надо? Ты объясни Роджеру, что он там не так сделал, он первый раз тут, он не знает, наверное. Забыл уже в РСК, да?
там этот в крацере, нет, нет, вообще вот всем, кто там во тьме, блядь, для вас, блядь, просто запомните себе одну хуйню, две метки назад, одну движение наперед, блядь. Две метки назад, одно движение наперед. Все, пиздец. Там нихуя, блядь, сложного с этими метками нет, блядь. Все просто элементарно, блядь. Встаем, бафуемся. Ты чай, сука. Скажи спасибо, что не я, Ирина. Я тебе 500 мог дать. Поставьте рыбу, пожалуйста. Когда я говорю, что надо выносить ближе к морде, в тупую идут к хвосту, это, бля, не прощается, ребят. Так, моя метка не помешала никому, блядь. Мне никто не зацепил, да, у стены сдох. Ребята, вы слушайте, что вам говорит Реал, блядь, делайте, как он говорит, блядь. То, что вы думаете, что она никому не помешала, она может, блядь, убить человека в свету, блядь. Ну. Он святой, я говорю, на всю стены здесь пылил. Это по фридомовым паладины не проебывайте во тьму. Вы там для этого только и надо, бля. Пристабафа нет. Дайте пристабаф. Там как выйдете в свет. Фокус, дай пристабаф. Три кнопки, диспот, три кнопки. Свет, как выйдете, дайте на пулу, ребята, ханты, пожалуйста. Там у вас успеет до трэша откатить на пул. Дайте на пулу сразу. Три кнопки. Ну, босса на пулике, как, ну, как ты, кнопки, ты тут, алло, ну блин, ну ребята, ну у меня нету времени тут сидеть по 300 раз. Сейчас, вот лично у меня нету времени, меня попросили по РЛ, я могу еще минут 20 тут что-то поговорить и уйду. Латика, ты тут, все, все готовы, начинай. Начинай. Че ты не на коне вообще? Здрак же в свету, что ты пишешь? Квадрат, Хазарак мед. Перебежал. Жаврайт, стоим в квадрат. Смотрим, куда разливается, бьем трэш. Вуди не умирает, со скаля. Че это за хуйня? Кто это дал? Плохо. Твой огонь добили ШП, Абдот или что-то сделали с ним. Тщеславие, прожми АМС, он же тебя бьет. Как и ты пыли, то метка у стены, сам в себя диспелишь. Вот долго выбегаешь. И бежали. Давайте эфир. Печальный щит на себя кинь, кастани в себя вспышку света. Почему ты этого не можешь сделать, паладин? Играть научить? Чисти танка. Не сумели отойти. Идёшь? Эти боссы. Сейчас лупить. Сильнее. Беги, малышка, беги! Ещё сильнее. Не, всё нормально. Заходи. Заходим все, кроме четвертой пати. Квадрат стали, стоим в квадрате. Топы метка. Зарак метка. Сколько туда можно зайти? Заходите. Заходите.
Косая метка, ближе к морде. Колотика к хвосту ближе. Нормально. Листа. Смотрим лезвие. Ты скажешь, когда будут проценты 51? Смотрим, там 51% уже. Ходить после метки. Метка латика. Все, ушли. Погнали, выходи. Ходим. Продаем. Я затупил, да, с клавишей протыкал. Вот и сюда метка. Пешится хоть? Да. Перебежали. Пор по хильке. Хазар метка. Хазарак метка, прожмись, Вань. Пеш, бьем свету. И дальше. Садар сам себя. Бежали. Топнули по Халиону, бьем только трэш. Трэш, звезде стоим, ты садашь сам себя. Большой в рейде. Блядь. И дальше. Ой. Опа, вайп. Чипа. Подумаешь. Ну, ждать мне такой, блядь. Сколько еще таких героев? Че это за фигня? Да, бля, я проебал, нахуй. У меня был, ну, типа, у меня было вуна смерти, понял. Нет. Ну, я хильнулся вместо того, что, блядь, дать одну, типа. Я не увидел, что это, ну, руна, ну, не рун, ну, короче, это мой косяк. Короче, ЛПшки не было, но... ЛП не было, все верно. Я проебался. Ну, это, блядь, чисто машинальная хуйня. Один раз было прям на волоске, он уже в рейд бежит, нахуй. ПшКа, когда я сейчас отдаю в него, блядь. Отвожу, блядь, босса кручу, сука. Один раз было его напулили, вот как сейчас на протопал уже кучу сделали. Подожди, Слава. Да ну тут еще хуйня в том, что, блядь, ну не было напула сначала, типа. Когда вы вышли, если был на пул. Ну, был на пул, но было мало на пула, потому что там три кнопки, шел на срыв, и, ну, типа, я из-за этого долбил босса, ну, типа, по максимуму, чтобы набрать агро, блядь, потому что, ну, мах очень сильно по агро врывался. Дайте рыбу. Ставьте рыбу. Ну, нет-то нет. Мама, 10 квадрат. 5, где лучше? Где мама? Да мама, 10 квадрат. Я 3 сестри кидаю так-то. Кстати, мама, покидал. Мама, давай. Знаете, мам, ханту бесполезная стерея, потому что град стрел идет дамаг магический. Дайте мамонта, пожалуйста. Они дают мне секунду, нахуй. Успеешь тыкнуть. Молодец, не успеешь пиздец. Стрела от магический дамаг от тайной магии. Там нету профита вообще, но не в этом речь. Все, чек на баф и готовность. Тебе кидает этот тщеславие истерии или, ну, ты не занят? И все равно, я релю, не смотрю на дамаг. Чек на баф и готовность, все готовы начинать.
Я побежал, ну ДК, ну чё ты тупишь, стоишь, ждёшь, потом тут врываются уже эти милики. Смотрим, метеор топ. Смотрим, падает. Сейчас будет падать. Накинь на себя ходки там. И бежали. А есть фокус, он тебе продецешит. Смотрим на пулы, отдаем в квадрате, стоим, все нормально. Дальше. Смотрим, метка, метеор. Пробим метка через хвост. Прохилься, малая волна исцеления. Вы не напрягались, блин, перебежали. Нормально в квадрате стоим. Беги, малышка, беги. Простит трэш. Войд. Иди, милики, бьем трэш. Купа пролили. Ковыряйте тоже. 7% дальше снести. Все, заходи. Четвертая остается. Заходи. Незыблемость не отдаешь канал тут на двоих? А, даю. Уже КД? А, вот вижу. Понравится. Я капельку даю. Ты откатывай. По меткам. Ближе к хвосту бы понес, но... Но плохо. Уже один к один плохо. Добили. Рубить метку ближе к хвосту. Заходите. Порубить, выйди с рейда. Порубить метка ближе к хвосту. Пел. Чардж. Метка вместе с лезвием. Топор рубить ближе к морде. Сдохнешь 300 гп. Эти босс. Идите, если вы добили. Мужик, слушай. Метка. Сейчас будем выходить. Выходим. Выходим. Давайте это. Первым бьем. ТМК. Смотрим, три кнопки. Три кнопки. Сам себя. Что-то уже ты там поставил. Тёр, смотрим, перебежали. Сейчас будем бить только трэш в свету. Только трэш. Отставали, бьем только трэш. Квадрату отводи. Него метка добили трэш. ШП и сушение в трэш, там надо добить него немного. Смотрим, метка перебежали, метеор. В квадрате стоим. Уже в рейд стали, в квадрат смещились немного назад. Трэш.
А, вы приморозили, отводи войд, бьем трэш и босса. Сушение по трэшу, ежик снегу давай, ты садар, реса и сани. Смотри, метеор, добили трэш, перебежали. Талик, квадрат. И трэш, и босса. Идет слева. Метка из тушения немного по трэшу. Гроза, там, не знаю. Бьем босса. Ежик в снегу гимноману считаешь, все, гимноману считаешь, и босса не бьем в свету, не бьем. Вот это не читал. Квадрат, встаньте. Верировать не. Лабик, прожми стелс. Надо было ММС прожимать. Тофа подымай Никона. Тофа Никона подымай. Добивайте трэш. Побежали. Трэш, святу Халёна не бить. Не бить Халёна святу. Это последний трэш. Все, бьем босса их и трэш. Сейчас напуливаем квадрат стали. Босса и трэш бьем. Два ежик в снегу уже по трэшу. Исайя метка. Все, бьем, сейчас напуливаем трэш и бьем только босса. Бьем все босса тупо. Перебежали, Исайя, ну ты пиздец, не можешь ничего прожать на себе. Ни щит, маны, ни хера. Бейте тупо босса, напул трэш. Не мелкий, а ты не мелкий. Маны, нет. Забрал. Бейте. Верните. Бейте Халеон. Все бейте Халеон. Умер нах. Я сдох. Падайте. Он сгубает, ёбаный рот. Какие из вас... Чё, маны не было? Угу. А кто? Ты что-то тотем урона поставил, ты вышел из тьмы и сразу поставил. Так у меня был по ману. Я не знаю, что там тебя не заливает? Ну, третью фазу точно никто не заливал, я помню. Друиды нахуй. Иннер шаману задевайте, это же смешно. Кот может не забыл. Ну гимн там, не знаю. Гимн же до инеров дают. Может, чтобы гимн прокнул, чтобы у тебя увеличилось количество маны, и только потом ставит это. Будет капельку на меня подкидывать, не, блядь. Там материально 60, не слышал. Да, блядь, говори. Я отдаю грубые... Три, ты понимаешь, что ты даешь инер на второй фазе, на третьей фазе надо его отдавать Хазраку, а не просто куда-то в небеса кидать. Трэш отводил и капля не достает, ну типа далеко. Говори там на прибежке с фильм. Ну типа под свои дефы, я не знаю, что будет. Ты вообще Хазрак, ты хилишь там во тьме, как ненормальный, и выходишь. Вообще забей, не хиль во тьме, выходи с 100% маной. Там Роджер себе пусть дрочит с волной исцеления и цепным исцелением. Вы вообще не понимаете, я шамана вообще не хилю, когда хилю в этой раз, я захожу во тьму и себе стою там, не знаю, бегаю, прыгаю, да выхожу, мне 100% маны. Что вы там делаете, я не знаю, твоя задача хилить свет, а не тьму. В тьме заливается Роджер, он не тебе. Стой, дрочи себе там, не знаю, что хочешь делай. Танка подхиливай. Только не хиль, блядь, нахера вы тратите ману?
Чек на бафе готовность. Три кнопки, ты тут? Никто никогда не включит свой мозг. Я не понимаю, зачем он вам нужен в этой игре. Да, я подрочу на ХПС, посмотрю по хилю. Это РС тут дрочится только на ДПС за рогу и за кота. Все остальное выполняется по тактике. Михазарак, не хилишь на первой фазе. Захилишь хоть одну цель, дам 500 ГП. Тупо стоишь, экономишь ману. Три кнопки, ты тут? Начинай, ДК. Заебались со своей маной. Тёрт падает, Хазарак метка. Перебежали. Свету не надо Фрида накидать. Он уже взбивается, ставлю квадрат. Ставлю квадрат. Бьём уже трэш. Босс. Метод готов. Смотрим метеор. Прибежали. Талю квадрат стоим. Стоим в квадрате. Лужа нормально разливается. Даем на пулы. Бьем трэш. Бьем босс. Сидь, бьем босс. Пятнадцатая метка. Эти спелите с нее. Четвертая пати остается. Заходи, Чеславе. Зашел, ставлю квадрат. Давайте залили ману этому Роджеру. Хасрак, подхиливаешь, не надо тут раскастовываться, ХПС набивать. 4 секунды кидаешь цепной. Порубить метка. Лезвие, смотрим с ним в квадрате. Добили. Нет, у нас лезвие. Метка заходить. Лезвие сейчас будет, смотрим. И метка. Ближе к морде. Тесадар, ближе к морде. Мясая метка. Испел. Пятьдесят два процента. После метки будем выходить. К фокус. Выходим. Ставлю в квадрат. Бьем. После перебега босса не будем бить свету. Вообще. Танк упал. В тройке. Да, упал танк? Да. Но... Падайте. Покажите, пожалуйста, детали смерти. Сколько еще таких героев? Беги, малышка, беги!
еще таких героев. Три смерти танк. Маги, кстати, вы на второй либо на третьей перебежке прожмите просто свету стелсы, кстати, так мне будет намного проще дефиться, что я не буду думать, что вы сорвете босса. Ну, когда... Я не знаю, что это, но там... Сколько там хп было? Ты в РК, ты можешь объяснить, почему за 2 секунды... Не, за 2,36 миллисекунд, ну ты не хильнул ни разу танк. Можешь как-то это объяснить? Блин, как меня трясет, я не хильнул. Почти 11 секунд, мне говорят, Каноп, ты все равно виноват, блядь. Роджер, ты можешь мне объяснить, что-то написать, не знаю, там что-то сказать, сказать привет, я рак, я не умею играть. Я ему написал, играть, все нормально, он сейчас будет скажи. Сейчас я ему написал, все, сейчас будет клип. Прости. Три Роджер Хазерак, который я ему сказал прохиливать немного рейд, и он так и делает. Вот это, ну, мы выходим с тьмы, а он там, ну, фигнёй как бы страдает, раз через раз пускает цепуху. У него больше нахилана, чем у тебя. Да блин, вот это нормально на самом деле, потому что этот Аршам, который во тьме, он следит за танком, он волну хилит, а второй, который со света заходит, он заходит, чтобы помочь захиливать рейд. Естественно, больше. Ну, я в танк в основном хилюсь, честно, во тьме. Он должен, этот Аршам Роджер должен просто волну давать в танка, и если метка выбегает, в метку волну, чтобы метка была всегда захилена, все, пизда. Короче, все, готовы, начинай, Чеславия, Чеславия, иди начинай. Вам выпала честь узреть начало эры. Вообще, я другого мнения о том, что ДЦ и РП тоже должен следить за танком. Причем охуенно. Хазарак нет. Небеса в огне. Перебежали. Боссом держи этот трэш, чтобы его супер быстро залили. Стали все в квадрат, квадрат. Босс. Мидвайн. Да, да, дайте мидвайн. Щиток, бейте босса сейчас. Сейчас бейте тупо босса. Мы немного не успеваем. Босс, мы ставишь трэш. Приводите босс. Авис, заходи. На хп. Айд зашел, крикните на хп. Видите, когда бьете, бейте босс. Вы сейчас заливаете все Роджеру. Все эти друиды Роджер Уиннер. Метка, сам себя возвращайся. Набери. Если там лезет. Вы иннеры залейте. Почему у него до сих пор 50% маны? Я не понимаю. Метка ближе к морде, да-да-да. Клавия, прохильте.
Бедвайн. Диспайлд. Десант к нам готовился. 51% будем после метки выходить. Метка диспарт выходит. Боссу. Лонга метка. Борту похил. Смотрим. Пушки не капли вообще. Прибежали. Сейчас бить не будем свету. Во тьме дадите геру. Бьем только трэш. Святой только трэш. Метку. Помогайте подбивать трэш, если видите, что жопа. У нас очень слабый код. Еще рели не всегда там продамаживают этот трэш нормально. Смотрим, метка в танке проворачивает. Капли дайте на бурпа. Сейчас гимн на хп считаешь, ежик с него у нас. Стали в квадрат. По гимн на хп. Метеор, Тофа, метка. Смотрим, метеор сейчас будет падать. Немного сильно продамажили свету. Прибежали. Есть капли? Смотрим. Нормально. Блок, метка. Алло, большой! Отводи этих мелких. Раньше бой. Эня, дайте по мелкому трэшу ШП. Тесадар, поднимай Тофу, Тесадар, Тофу, поднимай. Метеор, перебежали. Капец, секунда. Пилкуем трэш. Стали в квадрат, напуливаем трэш. Воет метка, при маги. Скажи, да чё приморозит. И нормально. Трак, станешь сам? Нет. Поднимай его, ты садар, поднимай Хазарака. Поднимай. Вставай, сразу... Бля, нету ШП. Фак. Дал им время. И Романа сразу. Давай, ёжик, еще и кастуй сушение, маги, бейте этот трэш. Немножко, да, метеор, хильки сейчас войда, войд, прожмись, напуливаем трэш и бьем босса. Трэш напуливаем и только босса бьем. Бейте только босса. Странно. Ну, надо капать. Надо его уже. Да. А я понял, эта ловушка еще работает. Прибежали, метеоры, бейте босса, бейте в это время босса, не бегите. 800 тысяч добейте. Бабл. 100 тысяч, сука. Ебать, я уже мол кинул, у меня что-то убило. Короче, прикол, сейчас прошел на пул, стал бить Халиона и прибежал моб ёбнул, видимо, который с последней волны по ловушке пробежал. Бля, а где этот сапог был, когда я был ДК, а? Роль, тебе сапог. Нарев. Медвейн, да? Суслятина уносит.
А, нифига себе, меня Ролик убил. Это ёжик. Первый раз кто же? Ну, блядь, ну, кстати, на этом когда, блядь, приковываю, да? Резки, походу, собрал только я, блядь. Никто больше не собирал резок, блядь. Вот, нет, смотрите, он меня ударил мили-атакой, этот, большой. Это при том, что на мне боб был. Чё за фигня? Это у него как больше магии бьёт. Огнём бьёт. Не-не-не, видишь, физикал написано, 21 тысяча. Короче, я не знаю, там, короче, косяк от хантов, потому что они на Вайда напуливали, блядь, большого, я не знаю, как они, ну, типа, стрелы эти били, блядь. Но на пуль шел, блядь. Напуливали на Вайда, я напуливал градом стрел. То есть он приходил уже с мелким трэшем к Войду. Большой дача стоит, мы его не могли зацепить вообще. Ну я хуй знает, потому что я дал ЛП, он шел на меня вот это в конце, когда мелкий подрос, ну вы поняли. Что он прошел на другую сторону, он пошел на меня и сорвался на Войда, блядь. Он на мага пошел на меня, потом я нажал глыбу, он вернулся. Глыба закончилась, он вернулся на меня, я блинкнулся и он сдох, босс. Че, пошли еще раз? Джерем, да, пойти? Может, хватит на сегодня, блядь, нервов. Ну, Джерри, мне тоже не усилил ГП, да? Мау. Я там потел, блядь. Вообще потел, блядь, жестко будет. Да ну, блядь, ну это третья резка, короче. Сейчас там Олег написал, зайдет. Можно начать собирать, в принципе, этот ЦЛК. Типа, блядь, ты не надо. Да, в общем. Пати, дай. Ну, напиши плюсик куда-то, не знаю. Так три раза же написали собираться. Да, будет типа за РС, что вы все умираете. Три кнопки сейчас на мага ЕП получает. ГП накинул. Ну да, он за первый РС получал на маге. А чего у него двойного нет? Ну сейчас в РК ничего не написал. Опять будет, значит.